Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Чтобы успокоить нервы, принимайте пустырник «Форте Эвалар». У него быстрое действие и высокий седативный эффект. Принимаете пустырник, чтобы успокоиться? Выбирайте пустырник «Форте Эвалар» с высоким седативным эффектом и быстрым успокаивающим действием. Пустырник «Форте». Почувствуйте разницу. Произведено «Эвалар» по международному стандарту GMP. «Эвалар» – гарантия качества. О погоде на выходные 10 и 11 декабря расскажу вам я, Дорофеев Никита. Здравствуйте! На ближайшие выходные в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, метели и гололед. А уже в понедельник на смену холоду придет теплая весенняя погода. На выходных в Змеиногорске столбик термометра днем опустится до минус 13 градусов. В Алейске до минус 15. В Заринске, Кулунде и Славгороде среднедневная температура составит 16 градусов ниже нуля. Жители Бийска и Белокурихи ожидают 17 градусов мороза. В Камне-на-Оби и Тальменке температура составит минус 18 градусов. Холоднее всего будет в Рубцовске – минус 20 градусов. В краевой столице среднедневная температура опустится до 15 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров. О погоде на 10 и 11 декабря у меня все. И несмотря на капризы природы, проведите эти выходные с удовольствием.